Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. Сегодня второй выпуск программы «Два к одному». Программы, в которой мы говорим с двумя специалистами, с двумя экспертами по одной теме. Тема сегодняшней программы такая же, в принципе, как и вчера, но более профессионально затронутая. Условно я ее назвал «Панама-мама». Соответственно, речь пойдет о панамском скандале, о скандале, который вызван утечкой секретных документов одной из офшорных структур, и которая вскрывает коррупционные и прочие схемы увода капиталов из страны. И сегодня у нас для этого разговора я пригласил двух человек. Это эксперт в области офшоров Дан Сорокин. И второй наш гость – это юрист Евгений Именитов, специалист в области корпоративного и юридического права. Ну, собственно, у нас сегодня вопрос-то один, он обозначен достаточно просто. Вот та ситуация с панамскими офшорами. –
как это произошло, естественно, почему это происходит, зачем это происходит. И, конечно же, первый вопрос мой адресован большому специалисту в области именно офшоров, эксперту, можно сказать, в этом области, Дану Сорокину. Дан Борисович, ну вот, на ваш взгляд, вот эта вся панамская история, что это? Это частный наезд на Путина или же его друзей, или же это вообще общая какая-то ситуация, связанная совсем с другими обстоятельствами? Ну, я бы сказал, что это и то, и другое одновременно, да? Если смотреть на заявление Пескова, то, так сказать, естественно, он воспринимает это как очень личное, да, то есть как некий инструмент, направленный прежде всего на злобу дня, так сказать, на раскачивание ситуации вокруг Путина, его ближнего окружения. Да, безусловно, да, с одной стороны. С другой стороны, я бы сказал, что это просто еще один звоночек в общей схеме раскачивания того мироустройства и того миропорядка, который на сегодняшний день имеется, да, и который постепенно и целенаправленно определенные представители мировой элиты стараются менять, соответственно, мало спрашивая при этом обычных граждан. Ну, то есть, вы считаете, что это, скажем так, одно из частных проявлений, но в нашем предварительном разговоре вы говорили о том, что это было уже раньше, подобные истории, и, в принципе, ничего необычного вот в этой истории-то такого и нету, что на самом деле это бизнес-игра такая большая. Ну, это, скажем, часть определенной, соркестрированной, безусловно, из единого центра кампании, которые проводятся, да, и не случайно тоже проскочила информация, что в Париже намечается в мае месяце очередной слет G20, вот, и, видимо, это небольшой разогрев перед тем, как международный налоговый картель в очередной раз соберется и должен будет принять определенные решения. Да, собственно, это для того, чтобы объяснить, почему это должно быть настолько популярно. Вот. А то, что я говорил до этого, это определенная попытка изменить тот порядок вещей, который на сегодняшний момент сложился в мире, и попытка раскачать ту систему, которая складывалась не одно десятилетие, фактически послевоенную систему. Потому что если в мире имеется по разным оценкам от 1 миллиона до нескольких миллионов офшорных компаний, понятно, что это одна из необходимых шестеренок мировой экономической системы, без которой эта мировая экономическая система вряд ли сможет устойчиво существовать. Вот. И это, собственно говоря, та самая шестеренка, которую сейчас собираются вынуть, и на которую направлен вот этот вот идеологический удар. Потому что таких фирм, как Mossack Fonseca, их достаточно много. И это старая, уважаемая и достаточно консервативная панамская фирма, которая, если смотреть на историю офшорного бизнеса, она складывалась как такой сервисный хаб, прежде всего, для американцев. Когда в Америке в 70-е, 80-е годы офшор был популярен. Потом, после принятия ряда законов в США офшор меньше стал использоваться американцами, соответственно, эта фирма переквалифицировалась на другие рынки, да, прежде всего на emerging markets, вот, и на, в том числе, Россию, да, там Индию и другие, собственно, страны.
Вот, если говорить вкратце, да, то насколько я в свое время, там, многие годы назад, соприкасался с этой фирмой в плане изучения возможностей сотрудничества, эта фирма была одной из наиболее консервативных и, так сказать, задавала наибольшее количество вопросов клиентам. Поэтому как-то сильно полоскать ее грязью, мне кажется, неуместно. Да? Там все стандарты, которые были введены только позже, да, стандарты так называемого необходимого прилежания, да, due diligence, они существовали еще и 20 лет назад. Вот, собственно, вот те небольшие ремарки, да, которые я могу на эту тему сделать. Спасибо. Ну вот у вас прозвучала такая фраза, что офшоры – необходимая шестеренка современной экономической системы. Ну, это, на мой взгляд, тезис спорный, и я здесь хотел бы переадресовать вопрос о том, насколько необходима офшорная вот экономика для нормально функционирующей экономики. Второму нашему участнику, юристу, практику, адвокату Евгению Именитому, который Именитову имел значительную практику в разного рода хозяйственных делах. Евгений, вот насколько вот офшоры и связанная с ними коррупция, злоупотребление является необходимой частью экономического механизма? Поскольку мне отведена роль нападающего на эту систему, я скажу следующее. До последнего времени, как говорит мой правильный коллега, это была необходимая шестеренка. И то, что сейчас идет такая масштаб, в том числе в средствах массовой информации, дискредитация этого института, говорит о том, что она перестала быть необходимой, шестеренка именно для тех лиц, которые оперируют институциональными возможностями. То есть управляют даже не банками отдельными, а банковскими системами государств, регионов и соответствующими экономическими возможностями. Почему это так происходит? Смотрите, с точки зрения правовой, что такое в принципе офшор? Это всего-навсего средство обезличивания инструментов управления капиталом, собственностью и так далее. То есть офшор – это компания, у нее есть номинальный держатель какой-то, и есть бенефициар, который ей управляет. Там оформляется доверенность по ОФЭТовной или еще что-то. И задача – скрыть этого реального держателя. Для чего они использовались? Они всегда использовались, первое, вывод капитала для спекуляций. Вот если прямо говорить, то есть из разных экономик, в том числе из нашей в начале 90-х, и потом выводились деньги для того, чтобы спекулировать на Западе, там, на финансовых рынках. А для потребления, то есть со сниженным налоговым бременем. То есть для чего это было нужно тем людям, которые сейчас демонтируют эту систему? Вы не можете просто взять, собрать своих клиентов, вот этих, например, вот этой панамской фирмы, и сказать, что вы закрываетесь. Хотя за ней стоят, скорее всего, тоже крупнейшие банки. Вам нужно сделать это красиво и чужими руками. Вот. До сих пор, до последнего времени, глобальным институтам хватало тех денег, которые выводились и на западные финансовые рынки, которые они получали под управление и которыми они могли рисковать. Они могли что-то терять, где-то вкладывать и так далее. Первый признак того, что это сейчас атавизм и то, что они будут демонтировать офшорную систему, это то, что денег стало не хватать. Была операция, она на государственном уровне проводилась, по дискредитации Кипра, который был одним из самых популярных у нас офшоров. И сейчас, поскольку наши люди, в том числе самые, все равняются на первое лицо, все равняются на первые лица. Я больше чем уверен, что в какой-то в окружении, в бизнес-кругах президента знают, через какими офшорами пользуются там, какие-нибудь Ротенберги. Поэтому удар наносится так, чтобы показать, что первые лица не защищены. А если первые лица не защищены, то это означает, что для вторых лиц, для тех, кто вообще не имеет таких политических возможностей, надо искать какие-то другие способы. Надо идти на поклон. Я не знаю, как это делается, там опосредованно как-то к вот этим воротилам финансовым.
и или к их представителям и спрашивать, а какие же новые правила, как вот, ребята, нам теперь меньше платить налогов, более, ну, потреблять также. Вот. А юридически все способы еще, я сейчас один, они ведь направлены на это. Это раскрытие банковской тайны, в том числе в странах, как Швейцария там, и так далее. Вот. Это скандалы вот такие. И этот скандал, вот увидите, станет поводом для изменения законодательства. Потому что свяжут с Россией, свяжут с какими-то проблемами, и потом придумают какую-то норму, скажут, что если вы, у вас офшор открывает счет в банке, они не будут обязывать Панаму что-то делать. Они скажут, что если она открывает офшор счет в каком-то американском банке, то вот он должен раскрыть то, что он раньше не раскрывал, например, по поводу бенефициара. И таким образом будет эта информация все накапливаться, накапливаться и накапливаться. Вот. Спасибо. Ну вот у вас прозвучало, что это все-таки есть интерес больших воротил изменить правила. Но я хочу сказать нашим зрителям, что объем денег, который вращается в офшорной экономике, на сегодняшний день оценивается $10 триллионов, то есть сумма достаточно большая. И я, честно говоря, думаю, что ловили-то не Путина и его ближайшее окружение, а началась большая массированная охота вообще на эти деньги для того, чтобы в связи с изменившимися правилами прибрать хозяев этих капиталов и сами капиталы к рукам. Вот у меня вопрос к нашему эксперту по офшорам. Дан Борисович, вот на ваш взгляд, ту версию, которую высказал наш коллега Евгений Именитов, есть ли под ней какое-то основание, на ваш взгляд? Да, я вполне согласен с уважаемым коллегой, да, хоть он и нападающий, да, но в данном случае я защищаться ровно никак не буду, потому что я могу с ним только согласиться. Единственное, я хотел обратить внимание также и скорее добавить то, что пытаются менять те краеугольные камни, на которых, собственно, и стояла сама капиталистическая система. Да? Это прежде всего право на собственность, да? И в том числе право на тайну личной жизни и в том числе на организацию своих финансовых дел, да? Которые тоже есть часть этой жизни. Тем не менее, у меня есть основания полагать, что произошло определенное размывание морали. То есть никто не представил сколько-нибудь веских доказательств того способа, которым были добыты эти миллионы документов. Вот. У меня есть все основания полагать, что это был самый банальный хак, попросту говоря, воровство. Соответственно, акцент переносится, пока никто не доказал обратного. Да? И есть основания полагать, что предыдущие сливы, да, когда появлялся какой-то мифический персонаж, которого потом никто не видел, и приносил некие там, компьютерные диски, на которых тоже были там, сотни тысяч или миллионы файлов, соответственно, так сказать, мораль получается устроена так, что ловят сейчас за руку не вора, которого, по идее, нужно ловить и приговаривать к тюремному заключению за то, что он воспользовался чужой интеллектуальной собственностью, прямо скажем, да, и чужими данными. Вместо этого пытаются совершенно необоснованно обвинять каких-то людей, которые там каким-то образом их данные оказались. Вот. В этой связи мне хочется вспомнить свое общение с одним из фигурантов предыдущего, так сказать, разоблачения, предыдущего списка, да, с которым меня там связывали многолетние отношения, вот он мне рассказал определенные эпизоды своей биографии. Говорит, да, но мне никогда не были предъявлены какие-то обвинения на основе тех разоблачений вот этого международного независимого консорциума журналистов. Мне никогда, я не был осужден, да,
Но тем не менее, все мои счета в банках были закрыты. И ни один банк, к которому я обращаюсь с тем, чтобы открыть счет, он мне на основании этой фактически внесудебной расправы, а это иначе как внесудебной расправой трудно назвать, он отказывает мне в открытии счета. Существовать таким образом для человека в бизнесе достаточно тяжело и небезопасно. Соответственно, вот то, что сейчас происходит. То есть зло рядится в чистые белые одежды добродетели, не заявляя, каким образом эти данные извлечены. При этом люди, против которых на основании этих данных зачастую не будут вынесены никакие судебные решения, потому что для этого нужно доказать, что данные получены законным способом, а это сделать будет крайне затруднительно. Тем не менее, внесудебные расправы уже начались. Ну, я понял вашу адвокатскую позицию, но тем не менее надо признать, что через офшоры отмывается достаточно большое количество денег сомнительного происхождения от наркоторговли, от разного рода злоупотреблений, коррупции, торговли оружием и многими другими преступными промыслами. И если власти взялись за это дело наводить порядок, на мой взгляд, это вполне разумная и последовательная позиция. И если в этом попали какие-то наши чиновники, ну что ж, такова их селяви. Да, мне опять следует нападать. Значит, что я могу сказать по поводу этих нехороших этих офшоров и по поводу правительств, которые якобы занимают благую позицию? Ну, как нападающий на офшоры, я хочу сказать, что в известной степени, поскольку действия противников офшоров консолидированы, может быть, управляются из единого центра, но имеют общую цель последовательно. Я думаю, что песенка «Экспет» – вопрос только в том, сколько им понадобится времени. Возможно, это 2-3 года, может быть, 5 лет, может быть, 10, для того, чтобы этот инструмент как-то дезавуировать. Значит, действуют они ленинскими принципами. На основании ленинских принципов называются они экспроприации экспроприаторов. Дело в том, что коллега говорит, что нету никаких юридических оснований. Они есть. Они очень-очень интересные основания. Более того, я могу сказать, что только какая-то политическая воля или соблюдение баланса интересов в нашей стране удерживает наши власти денежные, в том числе либеральные, от того, чтобы применить такие же инструменты, которые есть и у нас. Дело в том, что у нас тоже есть закон о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, который дает банкам очень широкие полномочия. То есть, если у банка возникает подозрение, вот только подозрение, что деньги имеют там, могут использоваться для финансирования экстремизма, какой-то противоправной деятельности, полученной в результате совершения преступления, он может не открывать счет, даже уже российский банк. Вот. Потом есть у нас уже приняты нормы, если лицо осуждено, например, по экстремистской статье, даже ничего такого особо не совершил, ему уже счет в банке не откроют. Если счет открывают, то норма расхода 10 тысяч рублей в месяц. То есть он, в принципе, люди поставлены в такие условия, что если вот отменят завтра наличные деньги, то они просто выживать не смогут, либо им надо, я не знаю, там, натуральным хозяйством жить. Точно такие же есть списки и нормы у западных банков, и они вот в этих ситуациях их используют. Вот. Почему экспроприация экспроприаторов? Потому что это очень есть такое понятие пассивное нападение, очень интересное в юридической практике. Вот вы представьте, вы банк, какой-нибудь UBS, какой-нибудь Credit Suisse или еще любой другой. И вы можете очень просто получить бесплатный пассив. Вот выходит такая статья. Вы берете на основании вот этого закона, замораживаете операции, вам такое право дано. И не совершаете ни одной, пока вам человек не представит полного обоснования законности происхождения средств. А я с такой практикой сталкивался. Это у нас было дело в Швейцарии с 2010 года, наследственное.
Так вот, до сих пор наследники не могут деньги получить, потому что надо, чтобы они, во-первых, все пришли, а во-вторых, представили полный пакет документов. Вот, а один, каждый конкретный из них, может что-то получить, только если будет решение швейцарского суда кантона Женева, который, соответственно, подтвердит, что они законные какие-то права имеют. Значит, вопрос только вот причинно-следственная связь. Приведет ли закошмаривание офшоров к тому, что деньги вернутся в национальную экономику? Я думаю, что то, что сейчас это происходит, это означает, что те воротилы, которые стоят за ситуацией, контролируют уже не только зарубежные экономики, но и национальные. Вот у нас, если обратили внимание, у нас идет процесс тоже концентрации капитала в банковской системе. У нас банков все меньше и меньше. То есть возможностей, в том числе, открывать счета и свободно распоряжаться крупными суммами денег. Вот можно даже посмотреть по количеству банков с генеральной лицензией. Их очень снижено. И дисциплина настолько жесткая, что какой-то банк, неаффилированный и в недобрых отношениях, находящийся с центральным банком, вряд ли рискнет что-то делать. Значит, если будут инструменты, я думаю, это электронные деньги, еще какие-то, которые будут заменой офшора. И они сейчас набирают обороты. Вот эти инструменты. Спасибо. Ну, у меня сейчас, соответственно, вопрос к нашему эксперту по офшорам. Дан Борисович, ну вот на ваш взгляд, высказанные нашим московским коллегой резоны, они имеют под собой основания? Или же все-таки вы считаете по-другому, что все-таки офшоры будут жить? Безусловно, конечно, коллега в струе темы, да, находится, и у меня перед глазами проходят абсолютно те же картины, которые он упомянул, и в плане общей картины, и в частности, да, там он упомянул про Швейцарию. Если говорить про Панаму-маму, да, как вы ее назвали, то я бы попытался все-таки взять в охват более широкую картинку. Вот, и сказал бы, что одно хорошо в этом скандале, хотя, по сути дела, плохо вообще, что он состоялся, да? Потому что люди имеют право на частную жизнь, на privacy, да, которые сейчас забывают. Вот. Но то, что выявил этот скандал, это повсеместную коррумпированность, собственно говоря, чиновников в разных странах. А это не коррумпированность индивидуальных чиновников. Это коррумпированность всей системы, потому что вскрыли одну из крупных фирм, ну да, таких крупных фирм, наверное, десятки. Под ними есть сотни более мелких. Ну и, наверное, там счет фирм, которые время от времени регистрируют офшоры, да, он идет на тысячи. Соответственно, но проблема не в том, какой инструмент для этого используется. Если выдрать из системы офшор, ну, будут носить там чемоданы или самосвалы кеша, и будут просто-напросто какие-то хранилища, да, в которых этот кеш будет складироваться вместо того, чтобы складироваться на счетах, там, да, я не знаю, что пойдет. Ну, то есть вы хотите сказать, что это порог, да, самой системы? Что с этим бесполезно бороться? Это безусловно. Там, где есть демократия, там есть коррупция. Да? Везде, где, так сказать, используется принцип, что один человек, один голос, да, вот везде обязательно будет коррупция. И это то же самое, что пытаться бороться в рамках демократии с коррупцией – это то же самое, что воевать там со своей ногой, со своей рукой или со своей печенью. Прежде всего нужно, так сказать, заканчивать с тем социальным устройством, которое все это предполагает, допускает, потому что, может быть, в Америке несколько меньше коррупционных скандалов, но они тоже есть, и это точно такое же свойство демократии повсеместно, да, в любой стране. Это если говорить о политиках. Если говорить о предпринимателях, то если мы заглянем в великую древность, даже в древний Китай,
Там был теоретик военного искусства, который заявлял за примерно 200 с небольшим лет до Рождества Христова о том, что любая война – это deception, то есть по-русски обман. Любые дела, любая экономическая деятельность – это, как сказал другой умный человек, прежде всего война за обладание экономическими ресурсами, прежде всего материальными. Соответственно, если на войне твой враг может полностью отследить твои движения, если, так сказать, на экономической войне все твои позиции открыты и понятны, то ты заведомо уже проиграл. Соответственно, в экономических войнах офшор всегда был очень необходимым инструментом, и начиная с самого маленького бизнеса, если люди хотели в этой экономической войне выиграть, они вооружались и пользовались искусством разочаровать противника. По-другому не получается. У меня короткий вопрос и буквально короткий ответ на него я хотел бы услышать. Вот вы сказали, что демократия себя изжила, если мы хотим бороться с коррупцией, что это неразрывная часть демократии – коррупция. А какая система, на ваш взгляд, могла бы исключить коррупцию и злоупотребление чиновничеством как системный элемент? Я бы не сказал, что искоренить. Я не знаю такой системы и не могу себе в голове даже представить такую систему, которая могла бы вообще искоренить коррупцию. Снизить уровень коррупции, безусловно, мне кажется, что такие системы есть, они придуманы и в ряде мест даже действуют, существуют. Были системы, в которых уровень коррупции был несравненно ниже. Например, Советский Союз отличался, безусловно, более низким уровнем коррупции, чем современная Россия. Я вспоминаю одного дальнего знакомого, который 5 лет отсидел за то, что кому-то презентовал бутылку коньяка, а не по делу. Вот. И система эта известна, да, она во всех тайных обществах активно применяется. Это система меритократии. И, собственно говоря, только на экспорт система демократии у нас идет. Вот, поэтому для себя те, кто затеял эту реформу социальную, да, они вполне используют средства меритократии, оно давно известно, да, и опять же, если вернуться к той системе, которую уважаемый ведущий в свое время описывал в небезызвестной их книги, да, которая, по-моему, набрала больше 2 миллионов читателей, то, соответственно, за исключением там нескольких пассажей в этой книге, с которыми я не могу, наверное, согласиться, то остальная ее часть выстраивает вполне стройную систему, да, которая называется «Земская реформа», так сказать, 2.0, да, или, я не знаю, там 3.0, какая уже версия земской реформы, потому что нечто подобное пытались сделать со времен Екатерины, да, и не всегда безуспешно определенный прогресс был достигнут, вот, а теперь, по идее, с развитием айфонов, так сказать, интернета и всей прочей кремниевой мишуры, собственно, появилась основа для того, чтобы снова, так сказать, вернуться к этой теме, да, и установить ту систему, которая несколько отличается от феодализма, при котором нам приходится ныне проживать. Понятно мне ваша точка зрения. Я хотел бы сейчас переадресовать вопрос Евгению Именитову. Вот, Евгений, все-таки, на ваш взгляд, действительно ли демократия и коррупция – это неразрывные элементы одной системы? И что, на ваш взгляд, надо делать? С чем бороться? С демократией или с коррупцией? Здесь коррупция – это тоже институциональное явление, но более сложное.
Дело в том, что коррупция, она связана с властью и с злоупотреблением власти. То есть коррупция – это торговля властью на самом деле. То есть кто-то может что-то разрешить, что-то не разрешить. Почему коррупция вредна? Потому что она делает экономику, общественные отношения более медленными. Коррупционер замедляет любые процессы, чтобы вынудить платить ему, там, блага какие-то передавать. И дорогими, естественно. Поэтому, конечно, она неэффективна, несправедлива. Вот. Но это не является признаком только демократии. В демократическом обществе коррупция в современном приобрела такие масштабы. Почему? Потому что как только отдельные люди считают справедливо, что они очень мало могут повлиять на ситуацию. Отдельные люди, большинство, слабо, у вас Степан Демура говорил, что 83% это такие неактивные люди, они слабо, они хорошо внушаемы, слабо способны к объединению. Ими легко манипулировать. И вот здесь начинаются злоупотребления. То есть очень важно то, а какие, собственно говоря, кто доберется до этой власти, кто захватит институты управления. И тут появляются разные лукавые вещи. Ну, например, может быть, Конституция, вроде она есть, но она так написана, что очень сильно ограничены права. Вот, например, у вас Юрий Болдырев сколько раз в эфире рассказывал, да, там есть Счетная палата, но она подчиняется у нас исполнительной власти, или ее возглавил представитель исполнительной власти, кого она может контролировать. То есть очень много обмана. И то, другими словами, вопрос не в общественном строе, а вопрос в системе ценностей и в принципе, вот тот же самый Советский Союз, он во многом был более правильным не только потому, что именно духовно, потому что там была какая-то не демократия, какой-то более авторитарный строй, а потому что другие ценности пропагандировались. И вот когда началось разложение, когда оно уже затронуло элементы управления, вот, материальное разложение, когда стали сдавать вот страну, вот, собственно говоря, тогда и начался крах. Почему? Оно стало захватывать вот эти 83% основной части населения, и тогда население подняло лапки и сдало страну вот в ключевые моменты исторические, там, в 90-й год, там, в 93-й и так далее. Вот. Здесь я бы вот, если не уходить от темы офшоров, я бы предложил экономически, юридически абсолютно правильную, ну, с моей точки зрения, возможность, если там смотрят, я не знаю, там друзья Путина, которые могут прийти в первый кабинет, вот это главное, и сказать ему. А здесь, как и в военном искусстве, вот слова Сунь Цзы были приведены, у него еще же есть выражение «воюй там, где твой противник не воюет». Экономическая мощь государства также определяется его экономическим потенциалом. Вот, у СССР был экономический блок там, Союза экономической взаимопомощи. Это был буфер. И как только мы этот буфер сдали, у нас наши оппоненты оказались сразу на Украине, в Прибалтике. А до этого они в Венгрии пытались хулиганить и так далее. Нам, в принципе, сейчас нужен реальный, не тот, который либералы строят, нам нужен реальный союз с экономиками большой емкости. Желательно, чтобы у нас были какие-то границы, чтобы товарооборот был. Ну, например, с Индией, с Китаем. С Индией границ нету, но там опосредованно как-то все-таки. Вот если удастся объединить вот эти экономики и построить для них самостоятельную какую-то банковскую, в том числе, систему экономическую, то можно вот эти деньги туда стянуть. И эта экономика, и военная мощь, которая заключена в этих государствах, она способна защитить от вот этого лукавства международного. То есть то, о чем говорил коллега, ведь если и о чем мы говорим, и то, что происходит. Ведь на самом деле, о чем мы говорим? Мы говорим, что деньги в офшорах оказались беззащитны. Что все вот эти принципы частной собственности, что это все декларации. Никто ведь не защищен оказался. То есть человек, вроде у него есть деньги, он пока все было хорошо, он мог им пользоваться. Потом на Кипре ограбили, здесь ограбили, там он не может открыть счета. Почему? А потому что за ним никого нету. То есть он не чувствует какой-то подпорки. То есть у него нет вот этой защиты какой-то государственной, институциональной и так далее. А инструмент этот, он инструмент в чужих руках. И когда решили лавочку закрыть, лавочку закрыли, а деньги не вернули. Ну вот и все.
Спасибо, спасибо. Но я сейчас вот в завершении нашей программы предоставлю вам такую возможность. Каждый из сегодняшних гостей сможет задать друг другу вопрос напрямую без участия ведущего. То есть понятно, что у практикующего юриста есть вопросы к серьезному эксперту в области офшоров, у специалиста в области офшоров, возможно, есть вопросы к практикующему юристу. Кто первый готов задать вопрос? Я готов. Так, тогда вам слово, Дан. Да, скажите, Евгений, по вашему мнению, так сказать, если звезды зажигаются, то зачем это нужно? К чему? Потому что кто делает там примерно известно, да, кто украл информацию? Кто этим пользуется, да, это все можно вычислить. Вот, и понятное дело, что прежде всего этих людей надо бы судить, потому что они совершили преступление, которое уголовно наказуемое и за которое они не планируют понести наказание. Но основной вопрос: зачем, по вашему мнению? Ну, у меня есть, как герой известного фильма сказал, да, этот, меня терзают смутные сомнения. Дело в чем? Дело в том, что поскольку это все хорошо организовано, и действительно был Кипр, это был прямой удар по России спланированный, вот, я думаю, что это как раз крупнейшие вот эти все финансовые круги, я думаю, даже это вот эти семьи, которые контролируют финансовую систему. Дело в чем? Дело в том, что вот показательная ситуация с государственным долгом и с процентными ставками, они исчерпали возможности, которые им дают государственные институты. Даже вот федеральная, там, например, Федеральная резервная система США. То есть они не могут решить этот процесс. И на, я не помню, это последний или предпоследний Давосский форум, одно из тем выступления было о том, что капитализм изжил себя, и обсуждалась такая тематика, которая обсуждалась еще в СССР. Это система централизованного планирования распределения ресурсов. А ее систему, ее раньше нельзя было реализовать. Почему? Потому что нельзя было каждому человеку дать компьютер. Ну, то есть, чтобы знать, вот если вы, например, пользуетесь системой интернет-банка, Альфа-банка, вы можете посмотреть, очень интересная система. Там считается, сколько вы потратили на коммуналку, сколько, то это все в автоматическом режиме. То есть, каждый, о каждом человеке есть информация. И сейчас современные информационные системы, они таковы, что можно обо всех собрать информацию. А значит, можно преодолеть... Вот нам говорили, что вот, экономика планирования, нельзя все запланировать. А вот сейчас вот мы сталкиваемся с ситуацией, когда можно... В информационных обществах, ну, в западных обществах, да, где каждый школьник уже получает планшет, можно все это планировать. И им для того, чтобы контролировать ситуацию, ну, вот, тем, кто рулит миром, им уже не нужны вот эти вещи. Им не нужны офшоры еще почему? Офшоры раньше были институтами борьбы, ну, например, когда были две империи, это Советский Союз, было Соединенные Штаты. Играя на вот этих плохих проявлениях, они могли... из стран, которые им не дружественны, они могли высасывать деньги. То есть, понятно, кто-то что-то хочет сделать. Значит, злоупотребляет человек какой-то властный. И это давало им возможность воровать. Воровать у своих народов. Вот много там африканских каких-то правителей, еще что-то. Они становились управляемыми. То есть, это политическое воздействие. А сейчас им этого не нужно. Вот. И вопрос вот только единственное в сроках. В сроках. И, как быстро они это дело планируют. И в том, насколько мы будем адекватны. То есть мы можем либо играть по их правилам, либо попытаться создать свою систему. А я вижу только единственное, что у них, я не знаю, это семейное какое-то отношение, вот эта элита, как она там скроена. А мы можем на государственном уровне. То есть есть, в принципе, государства, которые обжигались в связях с англосаксонским миром. Это Китай, это опиумные войны. Китайцы, я надеюсь, основная масса никогда не забудет, что у них около, там, по-моему, 50 миллионов человек погибло вот в результате всех этих. Это только от употребления опиума. То есть уменьшилось население Китая. Это же тоже был инструмент экономический, то есть сальдо, отрицательное торгового баланса по торговле с Великобританией и Штатами они исправляли так. То есть поставляли товар, за который брали бешеные деньги, который люди вынуждены были покупать, это опиум, вот, чтобы вывозить ценности из Китая. Вот.
И это Индия, потому что тоже Индия долго выходила и до сих пор не вышла из-под контроля Великобритании. И мы бы могли объединить их. Почему? Потому что у нас есть и достижения научные, и геополитическое положение. Но, к сожалению, сейчас это все только на бумаге делается. То есть вот такого глубокой работы в этом отношении нету. Вот. Поэтому вот так вот. Теперь вопрос Евгения к Дану. У вас есть какие-нибудь вопросы к эксперту по офшорам? А у меня вот самый... Я очень верю людям, как, знаете, вот как музыканты. У них они музыку или инструмент на кончиках пальцев чувствуют. Я бы вот Дану хотел такой же вопрос задать. Не там, как, какой там самый дешевый и безопасный офшор. Вот. А вот, например, вопрос такой. Как он сам вот чувствует? Сколько вот он бы отвел времени самим офшорам и где бы он видел следующий удар? Вот как он думает, куда будет следующий удар нанесен по офшорам, как вот он считает? Ну, на самом деле, я думаю, что здесь, так сказать, многие ожидания можно связывать с избирательной кампанией, уже начавшейся в Соединенных Штатах. Вот. И, по-моему, для, так сказать, истеблишмента там не очень радостной вестью оказался господин Дональд Трамп. Вот. Соответственно, я потратил часть выходных на то, чтобы посмотреть и последить за этой избирательной кампанией. Вот. Мне очень понравилась карикатура, где, так сказать, некие изменения привнесены в Белый дом. Вот. Там надстроено примерно 20 этажей. Ну, понятное дело, это рисовали противники Трампа. Да? Так сказать, довольно безвкусный портик все это венчает. Как в казино иллюминации обвиты колонны. У фонтана дежурит пара девиц легкого поведения, вот, и так далее. Да? То есть, как бы, вполне возможно, что если вдруг сложится у господина Трампа, который несколько отличается от того истеблишмента, к которому мы привыкли, то у офшора будет еще там 8 или сколько-то лет безоблачной жизни. Но проблема-то не в офшоре, да, вот Панама Гейт, или как его сейчас называют, да, Панама Мама, она раскрыла, собственно говоря, всю гнилостность системы, да, всю ее неприглядность. Мы можем об этом почитать в журнальных статьях, то, что те же люди, которые заявляют о высокой морали и запрещают другим, так сказать, работать с этим инструментом, они сами благополучно им пользуются. Проблема в другом. Нужно не костыль отнимать у больного под тем предлогом, что он, не дай бог, кого-нибудь этим костылем огреет, или, не дай бог, он слишком далеко на этом костыле ускачет. Надо лечить саму систему. Вот на этой ноте, собственно говоря, я и хотел бы прокомментировать по поводу того, какой офшор самый лучший. Да, самый лучший офшор – это когда он не понадобится. Когда в своей родной стране человек сможет себя чувствовать как хозяин необъятной родины моей. Вот это самый хороший офшор. Это практически свободная экономическая зона. Вот поэтому, дорогие друзья, я хочу предложить тост. За свободные экономические зоны по всей планете, свободные от, так сказать, тех людей, которые затеяли сейчас эту мышиную возню. Ну что ж, спасибо за такой значимый тост и точку. Но я хочу сказать нашим зрителям, что... Конечно, проблема офшоров, она достаточно большая и длительная, и она не решится сегодня или завтра. И мы понимаем, что это все-таки связано с системой, это одно из проявлений системы. Но, тем не менее, довольно забавная, потому что дает порой вот такие вот всплески информационные, которые долгое время обсуждаются. Ну, я хочу сказать, что мы в рамках вот развития нового формата будем приглашать разных людей из разных стран, с разных континентов и пытаться получить квалифицированное мнение по
ключевым вопросам, которые возникают вот в информационной повестке. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в курсе событий и, главное, с грамотной экспертной оценкой. До новых встреч!